Matram Bhava Savasachin simply sees an opportunity to serve one's spiritual master. Всего лишь видеть возможность послужить своему духовному учителю. To serve the previous acharyas. Послужить предыдущим ачарьям. To serve the six Госвамис. Послужить шести Госвами. To serve the Panchatattva. Послужить Панчататве. And ultimately to serve Radha and Krishna and their associates in Vrindavan. И в конечном итоге послужить Радхе и Кришне, их их вечным спутникам во Вриндаване. By giving them the to helping others revive their relationship with Krishna. Помогая другим возобновить, возразить их отношения с Кришной. Therefore, the pure devotee like Śrīla Prabhupāda doesn't see any faults. Поэтому чистый преданный, как Шрила Прабхупада, он не видит никаких упущений, недостатков. Or even if he sees faults, he doesn't take them seriously. Но если он даже видит их, он не принимает их уж слишком близко к сердцу. He sees opportunities to help others become Krishna conscious. Скорее он видит возможность, как помочь другим стать ближе в сознании Кришны. So, taking shelter of such a devotee. И брать прибежище у такого преданного. One can understand how to appreciate even the smallest service anyone is doing for Krishna. И тогда тот может принять эту способность видеть, как оценивать или поощрять то, даже то малое, что делает кто-то по отношению к Кришне. And advancing that appreciation. И постепенно развивая эту возможность находить хорошее. One can see the importance of cooperating with devotees. Тот находит понимание, насколько это необходимо. Взаимодействие, сотрудничество с другими. Working together to help others become Krishna conscious. В том, чтобы действовать вместе, помогая, все с той же целью помогать другим становиться ближе к Кришне. And to work under the guidance of such a advanced devotees. И в то же время продолжать работать под наблюдением, наставлением таких возвышенных личностей. So all of us were meant to assist Srila Prabhupada. And the previous acharyas. Таким образом, все мы, это наша задача, научиться помогать, ассистировать Шрилу Прабхупаде и нашим предыдущим ачарьям. Taking shelter of Srila Prabhupada means to take shelter of our previous acharyas. Потому что брать прибежище в Шрилу Прабхупаде означает брать прибежище в наставлениях наших предыдущих ачарьев. And through their vision we can see how to serve and take shelter of other devotees too. И через их видение, через то, как они это являют, мы можем понимать, как брать прибежище в других преданных тоже. We should see everyone in the society as an assistant of the assistants of Śrīla Prabhupāda. Мы должны видеть каждого в нашем обществе как помощника или ассистента в другого ассистента, служащего Шрилы Прабхупаде.